пробережном филиале компании ЖСК неделю нет света. С такой жалобой к нам обратились жильцы Кировского района. Люди подозревают, что офис управляющей компании могли отрубить за долги. У жильцов накопилось много претензий к ЖСК, но сейчас, говорят люди, их даже высказать некому. Плюс не работает расчет и отдел регистрационного учета. В обесточенном офисе на улице Новая, 4, лишь пара сотрудников. Всех отправляют в офис соседнего Ленинского района. Последней каплей для клиентов ЖСК стали квитанции с перерасчетом. Людям пришли большие суммы, но ответов почему в темном офисе не дают. Обратились мы в управляющую компанию на Новую, 4, чтобы выяснить, по какой причине они сделали перерасчет в большую сторону. Получив ответ, что нет света уже неделю, информацию нам дать не могут. Соответственно, когда информацию нам дадут, там уже опять будет начисление пени. Ну, мы так предполагаем, что, возможно, какие-то, может быть, долги. Если бы это была какая-то техническая, да, причина, то свет бы уже давно дали. Они не могут обслужить себя, долги накопили, а... Соответственно, я так думаю, по этой причине у них света нет. В обесточенном офисе ЖСК напирают на то, что свет отключили из-за аварии еще 4 марта. Сотрудники признают, работать в таких условиях сложно. У нас нет света, потому что аварийная ситуация. Что-то, если есть возможность, в телефонном режиме мы решаем. То есть, допустим, водитель у нас есть. Если срочно какие-то справки, там они не могут сами съездить, он возит их. В пресс-службе ЖСК подтвердили версию о том, что света в офисе нет по техническим причинам. О долгах, заверили в компании, речи не идет. Сейчас жители Кировского района могут приезжать в филиал на Тамбовской, 5, информирует ЖСК. Там работают отдельные окна. Когда в офисе Кировского района устранят аварию и подключат свет, в компании не знают.